В эпоху многополярного мира и сложной геополитической обстановки становится все более актуальной тема правдивости исторических фактов и их фальсификации. Популяризация и освещение этих вопросов являются важнейшей миссией государства и образовательных учреждений. Ведь историческая осведомленность общества влияет на народную идентичность. Именно с такой целью в Казанский федеральный университет с визитом прибыл Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества, который выступил перед студентами и сотрудниками вуза с образовательной лекцией «Российская история. Мифы, искажения и значимость». Мероприятие состоялось при участии президента КФУ Рияза Минзарипова и председателя Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильдара Халикова. Просто надо рассказывать правду, причем действовать наступательно, не стесняясь, не запираться в пыльных кабинетах, там, в архивах. И писать самим для себя научные исследования, которые будут читать только вы, ваши ученики и рецензенты. А как бы выходить в массы, использовать соцсети, телевидение, СМИ, кино. В своей лекции Владимир Мединский затронул важнейшие аспекты, которые нужно учитывать при рассмотрении информации из исторических материалов, а также выделил важность аналитического мышления и сопоставления данных из разных источников. Он отметил, что история, как и любая другая наука, подвержена фальсификации. Это изменение фактов или их искажение с целью повлиять на восприятие прошлого, события или личности. Это опасный и неправильный подход, который ведет к потере достоверной информации и истинных уроков, которые можно извлечь из прошлого. Распространение нарративов, потому что, конечно, в массовом сознании остаются истории. Не история как наука, а это удел профессионалов. Остаются истории. И эти истории потом определяют во многом поведение людей, потому что они базированы на мифах. В хорошем смысле этого слова. Не как выдумка, а на каком-то преломленном рассказе о том, как это было. Помимо выступления, Владимир Мединский в рамках своего визита встретился с ректором Казанского федерального университета Ленаром Сафиным. Они обсудили роль Казанского университета в вопросе сохранения памятников истории и архитектуры, объектов природного и культурного наследия. В завершение вечера почетному гостю продемонстрировали ценнейшие уникальные экземпляры древних рукописей, хранящиеся в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки КФУ. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости.